Очаков ТВ представляет. Нидерланды. Нидерланды. Здравствуйте. Да, Здравствуйте. они самые. Вы прямо из самих Вы прямо из Нидерландов? самих Нидерландов? Из самих Нидерландов. А как может быть не из самих? Прямо из самого Прямо Амстердама, из что самого ли? Амстердама, что Нет, ли? почему из Амстердама? Что с вами с людьми? Вот вы в Европу стремитесь, а какие-то примитивные. Что, один Амстердам, что ли, в Нидерландах есть? Ну, я думал, да, ну, что я там думал, еще да, есть? что там еще есть. Ну, вот я же говорю. Слушайте, какое-то эхо сильно, я себя эхо слышу. Сильно. Я себя Можете слышу. сделать у а вас я звук себя меньше? Слышу, у вас звук меньше. Подождите. Нет, я себя слышу Нет, просто, я себя понимаете? Да, я услышала вас, я не слышу эхо, сейчас постараюсь... А сейчас? Вы не можете слышать эхо, Вы не потому... можете О! слышать эхо, потому Вот сейчас эхо меньше стало, сейчас да. эхо меньше. Но тоже Да, есть, я конечно. убавила голос. Оно мне мешает А я вот говорить. Хорошо слышу. Да понятно, что вы хорошо слышите. А вы можете понятно, еще что звук вы хорошо убавить слышите. Немножко? А вы можете еще звук убавить немножко? Ну, наверное, я убавлю, только мы услышим друг друга, Ну, если ну я буду конечно, убавлять. давайте. Подождите. Ну, конечно, давайте. Сейчас. Ну, вот я уже Раз, два, максимально три. убавила, даже не знаю, куда больше. О, можно. вот сейчас намного Ну, лучше. да, вроде слышно. Вот сейчас намного лучше. Да, только мне Но плохо я буду слышно. громче говорить. Ну, я буду громче. Покричите, покричите. А то вас эта женушка метлой выгонит, если кричать будете. Ну, я обычно не кричу. Че, метла, у нее метлы-то нету. Ну, вы а говорите. Нету. Да я, ну, что вы прямо все буквально. А я такой, я буквально все я, понимаю. Я такой, я У меня проблемы... Правильно, прямо так и я увидели такой. Перед собой жену, которая... У меня проблемы с абстрактным мышлением. У меня проблемы с Правда? Это у вас юмор такой или вы серьезно? Ну, вы знаете, сложно мне ответить сейчас на этот вопрос. Хороший вопрос, кстати. Очень ну, а хороший. Очень, очень вы меня прям поставили к стене такой. Этим вопросом. Или вы серьезно? Вы меня прям поставили к стене. Да, нет, я даже и не пыталась. А вы Ой, очень легко, быстро легко. К стене. Ладно. Давайте поговорим. Ну давайте, вы откуда приехали? Вы откуда Мы приехали? В... Человек. А вы из Из Грузии? Грузии я. О. А что такое? Что вас удивляет? Интересно, нет, грузины просто это, ну как бы братья украинцев по духу. Что? А от вас я чувствую да ладно, какой-то какого, душок какого российский какого прет, же? Поэтому вот я удивляюсь. Какой-то душок российский. Правильно чувствуете, правильно чувствуете. У меня душок российский, у меня мать русская, во мне русский мир живет, хотя я из Грузии. Как говорят ваши родные, это кацапка я по душе. Здесь русский ну, вот дух, я здесь русский пахнет. Да, пахнет. Вот и запахло вам русское, русским вот духом. Я чувствую. Ну я этому очень рада. Ну такой не, неприятный чувствуете. Запах, не честно зря, говоря. Себя душок, называю, знаете? Это... Ну такой не, неприятный. Душок, ну, вы душок. Вы не любите, да. я одну А кто ж душу душок поделаешь. Любит? Кто, вам кто ж любит хохла, душок? Никто ж куда не до любит. Этого Ну, душком вы называете, а вы Ну это или за, запашок тоже. Вы знаете, запашок тоже никто не любит. Вот и портянок, старых потных портянок, душок, запашок никто не любит. Почему? Нет, запашок... Слушай, а вы давно живете в Нидерландах? Проблемы с абстрактным мышлением. А вы давно живете в Нидерландах? Что значит давно? Ну как давно вы живете? Хорошо, давайте так задам вопрос. Ну как давно вы живете? Вот правильный вопрос. 21 год, 21 и вы год. До сих пор не стали, не перешли на европейское мышление, да, остались там в лаптях, да? Не перешли на европейское мышление. А почему не перешла? А вы знаете, это самое, вот сейчас я проигнорирую вас, это глупый сарказм, потому что в лаптях я не осталась, а я это самое, не ходила в лаптях. Это какая-то вот эта хохольская ненависть к русским. Если вам такой, какой привет, такой ответ. Но у меня, вы знаете, вот вы не понимаете, вы искореняете из себя русский мир, а вы не понимаете, что человек может быть многонациональным. Он может быть и грузином, и русским, и европейцем по ходу. Я смотрю на национальности, как на детей. Есть один ребенок, любишь его, есть два, любишь двоих. Есть трое. Национальность не имеет никакого отношения к душку. То же самое с национальностью. Не имеет никакого отношения к душку.
Ну, это душок, это по вашим понятиям. К запашку, ладно. Потому что вы же... Не имеет никого... Я русский, кстати, сам по национальности. Не хотел вас огорчать. А чего? Меня это действительно огорчает. А в чем заключается, что я предал? Русских. Ну, когда вы называете от вас, от меня, да, запахло, да, да, или завоняло. Потому что русский дух на сегодняшний день, это один из признаков фашизма российского, понимаете? Признаков фашизма. Говорят хохлы, которые ходят... Это я вам как... Я русский, это вам говорю. Я не имею к Украине никакого отношения. Да, да, да. А это... Охохолившийся, замахнулся. Вы знаете, я живу в Калифорнии. Я живу в Калифорнии. Я сам русский, выходец из России. Не хотел вас расстраивать. Предатель, а я что? А что ж вы предали? Что ж вы убежали жить в Нидерланды? А вот я не предала свою русскую кровь. А кто вам сказал? А зачем же вы уехали? Что ж вы предали-то свою душную родину с душком? Я не предавала никого. Вы можете жить, а что же вы предали свою? Но свою кровь. Что же вы предали свою страну? А это ваша интерпретация, ваша. Нет, вы предали свою страну, конечно. Вот я свой русский мир люблю в Нидерландах и преданный. Подождите, а самолет нидерландский, когда сбили вашим русским духом, как вы к этому относитесь? А суд в Нидерландах идет, уже все доказательства есть. Это российская ракета. Уже осудили, досудили, вы сделали... Суд сейчас идет. Кто сказал-то? Да, так других версий нету, она одна версия осталась. Нету, одна ракета, привезенная из такой-то части, из такого-то города, БУК, российская. Да, это ваш суд говорит, вашей страны. Суд вашей страны, понимаете? А что, а моя страна, вы что думаете? А, то есть вы живете в стране лицемеров. А что же вы не возвращаетесь в вашу с душком страну, не лицемеров? Да. В Россию, а? Что вы? Так что же вы не едете в вашу любимую страну? Слушайте, душком от вас пахнет. Вонючий вы, не русский, а анмакур. Не надо подгорать. Вот попейте холодной водички, успокойтесь. А, венцо бухаете, тем более. Расслабьтесь, да, не надо напрягаться. Так что ж вы не едете из этой лживой страны, как вы только что сказали, а живете в ней 21 год, а? Что ж вы не едете-то в нормальную страну? Россия с душком, которая. Вы ж с душком привыкли жить, что ж вы туда не едете? Если это такая классная, если это классная и правильная страна, это ваши слова. Вы сказали, я что этого не говорю, да, вы сказали, что ваша страна Нидерланды плохая, вот неправильная, из России, что она врет. А что же вы защищаете Россию, а не едете туда жить, а живете в цивилизованном мире? А я не сказал, что вы должны. Я спрашиваю, почему вы не едете? А что же вы живете тогда в той стране, которая врет, у которой нет несправедливые суды в Нидерландах, идите в справедливую Россию. Вот где прижилась, там и живу. Нет идеальных стран. Это 5 баллов. Сейчас мне вам. Да я не вам, я подписчикам показываю, чтобы лайки ставили за вас. Ай, Господи. Господи, лайки ставили за вас. Да вы же сам предатель российского, русского, вернее, народа. Кому вы? Таким же предателем, как вы, да? Выставляетесь перед предателями? А? На каждый горшок своя... Что она мелет, блин? Ну, зависла. Эй! О-о-о! Что развисла. Она мелет, блин? Все, ну, вообще-то я вас выслушивал и показывал предатель своим зрителям. Я по зверинцу хожу. Какие у вас могут быть зрители? Тихо. А что вы матом ругаетесь? А? Нет, душок. Душок пошел у вас русский. Зрители? Да, ну да. За пошок. За душок пошел. Пошел, да.
Душок чувствуется аж через экран. Бакш такой от вас прет, блин. В Нидерландах она живет, блин. А от вас вообще воняет. Даже да. Вы где? Почему? В Калифорнии живете. Я же вас не оскорблял. Морда ваша. Вы предали свою страну Грузию. Я же вас не оскорблял. Да, конечно. Потому что Россия напала на Грузию, отняла у нее части территории, а вы защищаете эту самую Россию агрессивную. Вы в Грузию не боитесь возвращаться? В Грузии вас надо арестовать. Вы знаете, я хочу, чтобы грузины это посмотрели и спецслужбы заинтересовались вами. Вы когда приедете в Грузию, вас надо просто изолировать, понимаете, от общества грузинского, да? Вы... Правда. А, вы прикрываетесь... Так вот, надо, чтобы голландские власти тоже вами заинтересовались. Да, да. Вы считаете, что суд голландский врет? Надо, чтобы мои голландские... А за что они... Да, так вы считаете? Живет она в Голландии, блин. Прикрывается паспортом голландским. Ох, хорошо устроилась. Предала Грузию, воняет русским духом, блин, и живет в Голландии. Говорит, а вы меня не трогайте, я в Голландии живу. Предала. Блин, как таких носит земля? А вы меня не трогайте, я в Голландии. Не, ну животные есть животные, это ж зоопарк. Какие? Я ж по зоопарку какие сейчас хожу. За цирк, да. Это вы о себе говорите, да? Каждый вот это вот, вот это вот экспонат, вот это экспонат, да, видите? Голландский экспонат, один из ярких экспонатов зооцирка, блин. Воняет русским духом, прикрывается голландским паспортом, блин. Ну, я надеюсь, что грузины посмотрят это. Может быть, ваши родственники увидят. Я думаю, сделают правильные выводы, понимаете? Все, будьте здоровы, до свидания, до свидания. Фу, воняет от вас, воняет, воняет, блин. Предатель России. А в свой душок вонючий, она ехать не собирается обратно. Она живет в благополучной Голландии. Молодец.